Добрый день всем. У меня в гостях Юрий Вишня. И Юрий сейчас расскажет про свою продукцию, с которой он прибыл на выставку World Food. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы из Сибири, из города Омска. Производим макаронные изделия сложной формы. Это лапша яичная, бешбармак, домашняя лапша. И на эту выставку мы прибыли с уникальным продуктом. Это фунчоза. Этот продукт мы запатентовали, изготовили из нашего российского сырья, не из генно модифицированного. Он полезен, вкусен и очень практичен. Поэтому предлагаем приобрести наш продукт. Мы занимаемся реализацией, ищем активно партнеров, в том числе на выставке. Надеемся заключить новые контракты. Юрий, хотел бы спросить, где вы сейчас реализуете ваш товар? Какие рынки сбыта и в каких административных округах вы уже присутствуете? Мы присутствуем практически в каждом округе, работаем с федеральными сетями, такими как «Магнит», сеть «Светофор». Вот. Но активно также ищем дистрибьюторов в регионах, кто бы представил наш товар в традиционной рознице. Какие цели и задачи вы перед собой ставите на выставке World Food? Ну, прежде всего, это поиск потенциальных клиентов. Тех компаний, которые бы в регионах именно презентовали наш товар покупателю, носили бы и в традиционную розницу его бы смогли обеспечить нам представленность в традиционной рознице. Юрий, спасибо вам огромное. Ребят, кушайте фунчозу, она бесподобна.